Давайте, давайте, быстрее. Черт вас возьми. Стой, понятно тебе? Три или четыре дня мы провели в открытом море и вскоре приплыли в Италию. Я сумел сбежать от полиции, и началась моя история. Те, кто приезжают к нам, чтобы работать, получают все. Мы даем им дом, мы даем им зарплату. Но эти мерзавцы не приезжают сюда, чтобы найти работу. Они приезжают продавать наркотики, заниматься проституцией. Если ты приехал сюда, живи так, как живут местные жители. Если не хочешь, езжай домой. Большинство приезжих — бандиты, которые по разным причинам бежали из своей страны. Я родился не для того, чтобы торговать наркотиками или причинять людям зло. Мы не рождены торговцами наркоты, такими мы стали здесь. Люди приехали сюда не продавать наркотики. Мы приехали, чтобы заработать денег своими руками. Остановите расизм. Хотим закон. Требуем паспорта. Требуем законную работу. Кто-нибудь из ваших офицеров может остаться? Мы боимся. Это, конечно, рисковато, но можно снять такое шоу. Подплывает лодка, к ним патруль. Четыре выстрела, и лодка тонет. Того, кто упал за борт, расстреливают. Покажите это по телевизору и увидите, через две недели никто сюда не поплывет. Это несправедливо. Мы не такие. Мы нормальные люди, как и вы. Как все в мире. Нет разницы, белый, черный. Кровь у всех красная.